Они еще совсем недавно сами сидели за партой, волновались за оценки, когда отвечали у доски. Теперь признаются все у той же доски и с тем же волнением, но уже в роли учителя. Я вообще представитель педагогической династии. Когда приходишь на практику, видишь, паришься, начинаешь ходить в ту же школу, где когда-то сама училась, конечно. Не знаю, у меня даже сомнений никаких не возникало, когда меня пригласили работать. Вначале отборочный этап, затем общегородской, где каждый должен был удивить комиссию открытым уроком. И вот 21 участник из 43, кто это успешно сделал. И говорят, боролись отнюдь не за награды. Лучший подарок, я думаю, что глаза радостные детей, понимающие и... поддержка коллег, наверное. Заместитель главы города Андрей Шевченко считает, самое приятное, что количество участников каждый год растет. А это означает, молодежь быстро учится, и ей есть что показать. Именно вот молодые педагоги сегодня должны задавать тон в целом в образовательных учреждениях. И я уверен, что вот именно это поколение, которое сегодня в этом конкурсе участвует, они и будут в ближайшее время основными педагогами вообще в целом в городе Оренбурге. В итоге наградили всех финалисток. Впервые за 7 лет проведения конкурса им вручили не только дипломы, но и медали. Но подарки на этом не закончились. Депутаты горсовета обещают, учреждения, где работают победители, не оставят без особого финансового внимания. Ольга Патрушева, Дмитрий Примачек. Наше время.